Дошкольное учреждение на улице Колпакова жители 17-го микрорайона ждали давно. Работы здесь ведутся стремительными темпами. Детский сад готов более чем наполовину. Он будет носить название «Кубики-Рубики». В трехэтажном здании с красочным фасадом смогут обучаться до 250 детей от 3 до 7 лет. Объект возводится по госпрограмме Московской области. Сейчас этажи в разной степени готовности. Все работы ведутся согласно графику. Уже в ноябре подрядчик планирует возить мебель. Внутри корпуса у нас ведется уже ведется черновая отделка, то есть штукатурка выполнена на 90%. Приступили к стяжке, третий этаж уже у нас практически 100% стяжки. Все инженерные коммуникации у нас на 90% проложены без оконечных устройств. Ну, то есть светильники, датчики и санпаяц. Ну, план у нас декабрь месяц. Общая площадь трехэтажного здания – порядка 3500 квадратных метров. Представитель подрядной организации рассказал о новых решениях, которые применят в интерьере. Это трансформируемая перегородка между спальней и игровой. При ее складывании будет открываться большое пространство для занятий. Также в помещениях сделают витражное остекление между раздевалками и входами в группу, чтобы родители смогли наблюдать за образовательным процессом. Мы выполняем сейчас благоустройство активно, фасадные работы, внутренние отделочные работы, инженерные системы, закончили кровельные работы, наружные сети завершены на 100%, практически там осталось только вот колодцы поставить. Ну, собственно говоря, все работы запараллелены, что и дает хорошую динамику. В новом детском саду для юных жителей Мытищ будет предусмотрено все для качественного и полноценного образовательного процесса. Светлые просторные помещения, спортивный и актовый залы, зал для хореографии, а также современный пищеблок. Пристальное внимание уделят подбору педагогического коллектива и привлечению квалифицированных специалистов. Еще одно дошкольное учреждение возводится в ЖК «Новая Медведково». Это один из молодых микрорайонов округа, где проживает много семей с детьми. Поэтому вопрос строительства объектов образования стоит на особом контроле. Детский сад будет рассчитан на 260 малышей. Сейчас подрядчик выполняет монолитные работы и устройство инженерных систем. Сдать объект строители планируют в третьем квартале следующего года.